Привет, друзья, это проект Unlimited, и сегодня у нас интересный день, конкурс «Капитан». Это такая вещь очень важная на самом деле, потому что в любой команде должен быть человек, который берет на себя ответственность. Тот человек, который скажет: я вот иду, я беру, вот делать это. Лидеры. Да. Мы их называем капитанами. Я не была на первой встрече, меня записали, я познакомилась, у меня была команда «Время», там у нас диалог ВКонтакте, 950 сообщений за ночь. Тут я прихожу, мы встретились, мы познакомились, обменялись номерами, тут нам оп, меняемся. Нет, но на самом деле мы правильно указали. Он символизирует мужское-женское начало лидера, мужское-женское начало нашей команды. Он является защитником, приносит нам удачу. И вообще это самый лучший символ нашей команды. Ну он уже вам какую-то удачу принес? Конечно, он принесет нам удачу и победу в этом проекте. Ну ты хотел бы быть капитаном? Ну я хотел бы быть капитаном. Друзья, это проект Unlimited, и здесь реально нет границ. Вы довольны, либо же вы, наоборот, возмущены, что это такое, почему? Нет, ну изначально, да, я уже создал группу, создал переписку, как бы я уже готов был как-то управлять, и тут нас расформировывают, и тут нам дают другую команду, ну это, в принципе, интересно, я думаю. Управлять, значит, собрался уже людьми, да? Ну я ради этого сюда и шел.